фамилию смей. Слушай, а мы поспорили с Хамелеоном на миллион. Кто из нас выпустит первым альбом, я или он? Это тебе не пустой разговор об НЛО. И если взялся что-то делать, делай, следи за метлой. Этот спор нам обоим дорог, как за Джей Ло. Будет тяжело, все равно, что сытым лечь на живот. Вечно живет во мне страсть бить прям в лоб. А тут еще нацелен я срубить бабло. Но вот облом, никто из нас на износ не смог поработать даже за приличный лавандос. И вот мы вдвоем придумали план Б. То бишь создаем творческий тандем. Мы решили писать тексты вместе весь день, но так за полгода не написали и песни. Мы как тычинка и пестик, не разлей вода. Но с такими темпами на это уйдут года. Это все равно, что у тебя протектор стерт, а ты едешь из Ростова во Владивосток. Лети лепесток через запад на восток. Загадал бы я желание хиты писать на постой, но не штраф рублей на стой, не штраф на стой не исправит положение и родной Ростов. Если не будет альбомов, то нас съедят. Так что остается уповать лишь на самих себя. А я как творческий тайм-аут воспринял тупарь, затянувшийся с августа по январь. Лучше сядь, хамили змей с попытки номер два. Валят быка номер два. Важно вовремя поймать свою волну, остальное не волнует, хоть ты там вой на луну. Как у Файза, как негатив с Дино в триаде. Буквы Х и З даже на клавиатуре рядом. Чтобы упущенное наверстать, сажусь за верстак, а вы пока занимайте в зале места. И кстати, по-любому, больше чем миллион и больше чем два альбома, наш один с Хамелеом. Это прет, это сотрясает, это Долби. Это будто вам на голову бросили бомбу. Это бьет прямо в цель, прямо по лбу. Это когда на концертах качаются толпы. Это прет, это сотрясает, это Долби. Это будто вам на голову бросили бомбу. Это бьет прямо в цель, прямо по лбу. Это когда на концертах качаются толпы. Хамили змей, еще топора, два сапога. Мы без всяких трав можем просто так ловить ха-ха. К нам теперь и не подъедешь на хромой козе. У нас тандем, встречая наш альбом Хазе. Оторвись от ящика и вечерний кассет. Мы устроим зрелище почище, чем Колизей. Колесим по Ростову мы или по всей стране. Наше настроение не уступает броне. Выбора нет, не брони нас за такой разбой. Если заденем персонажа, схожего с тобой, мы все равно приветствуем всех, кому интересно, из какого теста получилось наше лицедейство. 2010 наш сезон Олимпийских игр. Самый подходящий год, когда тут рулит тигр. Он стал ручным, ведь от нас ему сорвало башню. Теперь ходит на цыпочках, как у братьев запашных. Дороги мокнут, а тебе какой резон? Когда идет дождь, айда к нам под зонт. Еще много событий ждет тебя впереди. Так что до конца альбома береги свой аппетит. До 5 часов утра, а то и до 7. Ведь мы в студии, и нам не до друзей, и не до семьи. А ты попробуй наш потенциал, пойди измерь. Только совместным альбомом Хамили змей. Это прет, это сотрясает, это Долби. Это будто вам на голову бросили бомбу. Это бьет прямо в цель, прямо по лбу. Это когда на концертах качаются толпы. Это прет, это сотрясает, это Долби. Это будто вам на голову бросили бомбу.